Дворянская порода. Так я и знала, бездельничают. Лиска, что опять не так? Я обещала дедушке, что все будет в порядке. Все и так в порядке. Да? Косилку не починили, коловацких жуков не собрали. Дужок, не притворяйся. А? Что? На, разлегся тут как барин. А я и есть барин. Разве ты не знала? Барбоскины – древний знатный род. Генка, скажи. А? Да-да. Вот, аристократ должен быть вальяжным. А ты тут бегаешь с тяпками и тряпками, как простушка. Ага, получилось бы лучше светским манерам. Все-таки надо соответствовать. Надо соответствовать. Крутая выдумка. Только надолго ли хватит Лискиной доверчивости? Дедушка из магазина вернется и... Ну, это еще не скоро. Главное, чтобы Генка помалкивал. Ген! Да-да, несомненно. Светские манеры. Так. Высокочтимый дедушка. Прелестная погода, не находите? Пожалуй. К сожалению, обстоятельства сложились так, что не все ваши поручения выполнены. Раскрылся наш истинный общественный статус. Лизонька, давай-ка о статусе за чайком поговорим. Уважаемые родственники, небольшое объявление. Высокое происхождение дает нам некоторые привилегии. Я решила наладить связи во вновь объединенном сословии и пригласить к нам в гости лорда и леди Баскервиль. Чего? Какие еще гости? Из Ланглии. Ура! А когда они приедут? Они дали согласие нанести визит в наше фамильное поместье уже к ближайшим выходным. То есть сегодня вечером. Ну, вообще! Мда, свистать всех наверх. Надо бы порядок навести, раз поместье. Аврал, деда, Полундра! Ой! Да, безусловно. Этим аристократом. Excuse me. Где здесь есть мисс Лайза Барбоскин? Лорд и леди Баскервиль, полагаю. Welcome to Барбоскин House. Это моя фэмили. Здоровайтесь. I'm Rosa. I have a mother, a father, a sister and brothers. Hasta la vista, baby. Добро пожаловать на борт! Ну-ка, ребятки, покажите гостям наши владения. Where is the little prince Барбоскин Малыш? Little prince за клубникой пошел, для десерту. О, малыш, поздоровайся, как я учила. Это же робот, как я хотел. Мама, папа, классно выглядите. И дедушка помог мне организовать весь этот розыгрыш. Какие же вы молодцы. Превратили нашу дачу в настоящее дворянское поместье. Ну так это... Порода обязывает. Курорт.
тоже обалдела. Тут на море такая жара. Но надо терпеть, курорт, сама понимаешь. А у тебя там как? О, экзотика. Тут и пустыня, и море. Ну и звезды всякие тусуются. Знаменитые спортсмены. Повсюду крутые тачки. Вау, выходи в пес Инстаграм, фотки покажешь. Ой, телефон разряжается. Чуть попозже. Что? Иначе пострадает моя репутация. А у меня все должно быть круто. Глупости. Почему мы должны что-то изображать? Ага, ерунда какая-то. Ну, пожалуйста. Все мои подруги отдыхают на модных курортах. Одна я. Ух ты, пух ты. Давайте поиграем в курорт. Пожалуй, это интересная режиссерская задача. Как раз для меня. Ну что ж, раз большинство за... Придется принять участие в этом шоу. Да, у нас тут тоже жарище. Ваша заказа, Маузель. Мерси. О, какие фрукты тебе принесли? Фейхоа, манго, экзотика. Смотри, кто тут загорает. Это же тот самый режиссер Лайкинс. Вау. И знаменитая певица Леди Гав-Гав. О. И известный яхтсмен тоже тут. Ну, известный самый. Ну ты даешь, классно. Пришли фотки. Жди, скоро вышлю. Нужное фото, срочно. Катаюсь на слоне. Это местные бедуины. Ну и всякие там вкусняшки. Что тут у нас? Авокадо, мангустины. Ой, как круто! У нас тут тоже экзотики хватает. И верблюдов, и всяких там попугаев. Фу. Калибри, сколько угодно. А у нас комаров, сколько угодно. Ну, пока-пока. До завтра. Просто супер! Весь день убит на эту ерунду. Я вас обожаю. Всем спасибо. Завтра продолжим. О, нет. Доброе утро, подруга. Ну что, загораешь? Чем сегодня собираюсь заняться? Ну, еще не решила. Я тебе перезвоню. А вы куда? Роза, мне кажется, пора возвращаться с курорта. У нас тут тоже неплохо. Полностью согласна. Ага, курорт в районе средней полосы. Если захочешь, присоединяйся к нам. Мы швартуемся у старой пристани, будем рады. Ну и пожалуйста. Посмотрю на нормальных отдыхающих. Держи, у тебя тут тьма непринятых звонков. Ты куда пропала? Затянула курортное веселье? Ты знаешь, а я вовсе и не на курорте. Я тебя разыграла. Я на даче у дедушки. И тут здорово. И мои родные самые лучшие кинозвезды. Приезжай потом к нам. На нашу пятизвездочную дачу все включено. Веселье, приключения и лучшие друзья. Волшебный карась. Ого, какой карась! Отпусти ты меня в синее море, а я исполню три твоих желания. Братишка, пора обедать. Эй, а как же три желания? Давай быстрей. Хочу новый мяч, огромный торт с надписью «Дружок-чемпион» и диск рэпера Коли. Фу, успел. Смотри, не обмани, а то поймаю и съем. Ну,
Как будем поздравлять нашего чемпиона? Все-таки лучший нападающий сезона. Давайте подарим ему шелковую жилетку в цветочек. А что, полезная вещь, между прочим, с карманами. Тогда уж вагончики с окошками. Вот это подарок. А мне кажется, он был бы рад получить новую скакалку. Или обувь, или... Ага, вязаную жилетку в горошек. Это все не то. Как бы у дружка выпутать, о чем он сам мечтает. Так, а может быть здесь? Значит там. Опять ничего! Дружок, чемпион среди растяп! Уши развесил! Поверил самозванцу! О, а здесь ничего нет? Я, между прочим, вот такого карася поймал! Волшебного! Карась волшебный! Дружочек, я же просила тебя надевать панаму! Зря я его отпустил! Карась-то вруном оказался! Дружок, а ты лапы перед едой не мыл? А-а-а! Лживая рыбешка! Случай с говорящим карасем, конечно, странный. Но зато я придумал, как у дружка незаметно узнать, что ему подарить. Да нет, не странный. Я, кажется, догадалась, что это за карась. Лживая рыбешка, вот поймаю тебя. Ну что, попался? Скользкий ты тип, карась, врун чешуйчатый! Прости, в тот раз я тебя не расслышал. Будь добр, повтори еще раз. Ладно, хочу. Погромче. Новый мяч. Торт с надписью «Дружок чемпион» и диск рэпера Коли. Услышал? Теперь услышал. Все получишь, но завтра. Сегодня уже поздно. А мне еще мальков надо спать уложить. Ладно, смотри у меня. С победой, брат, а мне потом дашь попинать? Твой любимый Колли, только громко не делай. Рэп не мое. Торт для чемпиона. Здорово! Не обманул карась! Исполнил три желания! Отпусти ты меня в синее море, а я исполню три твоих желания! Так ты подслушивала? Не-а, не угадал! Ого, какой карась! Отпусти ты меня в синее море, а я исполню три твоих желания! Братишка, пора обедать! Давай быстрей! А я-то еще подумал, чего это голос такой знакомый? Это случайно так вышло. Я только потом поняла. Ха-ха! Так значит, вот как я заполучил свои подарки. Ясненько. Учись, рыбак. Смотри, какого я карася поймала. Отличное ухо получится. Попался, бедолага. Попался, дружок. Он все-таки говорящий. Не бойся, никто тебя не съест. Плыви к своим морякам. Винтики, шпунтики. Иду я сквозь бурю, сквозь бурю, сквозь ветер и глад. Да ну! Кинг-Конг вернулся. Фотик классный, а хотите анекдот? Мы двор убирать будем? Мы же обещали. Не суетись, Генка. Первый день каникул. Завтра уберем или послезавтра? Ой! Иду я сквозь бурю, сквозь ветер и глад. И верю, ты будешь этому рад. Я буду рад, если ты возьмешь грабли. Ах, Геннадий, какой вы неромантичный. Пригласите даму на бал, ярких свечей колдовал. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Лиска с граблями вальсирует, а Генка надулся. Сейчас сделаю с ним селфи.
Я надулся? Кинг-Конг завалил добычу. Так вы так? Вы так? А я во как. Ну, я вам. Сейчас я вам. Ген. Вот, нашел. Да ладно тебе. Дружку он фотоаппарат новый подарили. У меня вдохновение. Каникулы же. Такой же, как у малыша. Не, не такой же. В нем установлен квазинотропный излучатель. Если туда посмотреть, мозг переходит в режим подчинения. И можно приказывать, что хочешь? Да. Действует всего 15 минут, но двор убрать успеем. Вы все посмотрите сюда одновременно. А, я тебе помогу, только меня не облучай. Классно все-таки учиться без двоек. Раз, и тебе фотоаппаратик покупают. Кинг-Конг проголодался. Иди-ка сюда, котлеточка. Селфи с тарелочкой. Так вот, анекдот-то. Приходит жучка и внучка в зоомагазин. А теперь сюрприз. Гена, я тоже туда посмотрела. Ждем приказаний. Получилось, получилось. Приказываю выйти. Да, выйти во двор и убрать там все листья. Мы не хотим ни думать, ни знать. Наша задача приказ выполнять. Раньше мы были просто ребята. Теперь автоматы все, автоматы. Я винтик, я шпунтик. Я шпунтик, я винтик, я винтик, я шпунтик. Я шпунтик, я винтик. Вот славно! Сделал дело, гуляй смело. Ждем приказа. Надо работать. Странно, 15 минут уже прошло. Эй, очнитесь. Работать, работать. Грязюка, грязюка. Надо убрать, надо убрать. Работать, работать. Работать, работать. Ребята, подождите. Давайте поиграем. Малыш, давай в Кинг-Конга. Роза, а как же селфи? Дружок, ты хотел рассказать анекдот. Приходит жучка с внучкой в зоомагазин. И работают. Да подождите вы! Ну, очнитесь же, наконец! Гена, Геночка, как ты? Вы не роботы. А мы не были роботами. Как? Мы тебя немного проучили. Я подменила твой квазиноотропный излучатель на игрушку малыша. А потом мы разыграли полное послушание. Я так рад. Я так рад, что вы ожили. Я думал, уже никогда вас не верну. Простите. Я винтик, я шпунтик, я шпунтик, я винтик. Достоверные эмоции. Малыш, ну что там? Плачет. Весь день. В общем, вытягивай сестру во двор. Мы уже готовы. Ну что им опять не понравилось? Вот смотри, удивление. Ужас. Восток. Недостоверно, фальшиво, наигранно. Гадкий конкурс. И жюри у них какое-то гадкое. Лиза, ну хватит плакать, а? Да что они понимают в настоящей актерской игре? Вот, Лиза, лучше пойдем погуляем. Ты так удивишься. Хорошо. Вот смотри, малыш, ужас. Ужас ужасный. Ого! Зима? Правда здорово. А вчера было лето? А сегодня зима. Вот такая аномалия. Наблюдается всего раз в 100 лет. Очень интересное погодное явление. Очень. Ой, смотрите, снеговик ходит. Тебе показалось. Что?
А ты, Лиза, где он стоял, там и стоит? Но я сама видела. Он вот там был. А теперь здесь. Я снежинка, я снежинка. Он моргает. Он моргает. Лиза, снеговики не моргают. Это неорганическая материя. Я белая неограниченная материя. Стой, чудовище, не подходи! Ай. Иди-ка сюда поближе! Лена, держись! Заморожу! Зови Лизу-то! Заморожу! Лиза, помоги! Иди-ка сюда поближе! Лена, держись! Заморожу! Я иду к тебе на помощь! Вот тебе! Иди-ка сюда поближе! Молодцы! Ура! Получилось! Точно! Типичный восторг! Так это что, розыгрыш? Ну, не совсем! Я же говорил, ты удивишься! Тимоха, показывай, что там получилось! Вот это я понимаю удивление! А какой искренний ужас! Очень натурально! Отлично! Можно отправлять на конкурс! Так это вы для меня оставались? Ну, конечно! Ну, когда же будут известны результаты конкурса? Опять победа достанется другому! Лиза, смотри, тебе новое сообщение! Ну-ка, посмотрим! Жюри конкурса выслало приз за самую искреннюю и правдивую актерскую игру Лизе Барбоскиной! Та-дам! Ура! Победа! За достоверную игру! Я знала, что я настоящая актриса! Спасибо вам! Я так рада! Так рада! Весомый вклад. Прекрасный образец. Неизвестный подвид. Работай, работай, Геночка. А, дежуришь? Я уже закончил. Только адрес написать осталось. Институт. Просто с другом вместе. Первоорганизмов и клеток. Поддел открытий. Внимание, юные исследователи! Впервые в истории на поиски снежного человека в Гималаях завтра отправляется детская экспедиция. Если вы хотите испытать себя и внести весомый вклад в науку, присоединяйтесь. Сбор в 9 часов утра на вокзале. Ура! Прошу, отошли эту посылку. А мне некогда. Хочу сделать весомый вклад в науку. Хорошо, а ты куда? Тренироваться. Что это с Геной? Сам не понимаю. Гена завтра в Гималаи едет снежного человека ловить. Гена? В Гималаи? А что смешного? Геночка великий исследователь. Он же там разобьется. И замерзнет. Надо Генку остановить. И поможет нам Тимоха. Когтей не хватает. Роска, дай. Я у тебя запасные видел в коробке. Мои накладные? Это ради спасения Гены. Ну разве что для спасения. Да.
Куда ты меня тащишь? Иди сюда, смотри скорей. Во! Снежный человек. У нас во дворе. Вот он, миленький. Туточки, гвоздь мне в кеды. Не может быть. Должны же быть какие-то свидетели. Тимоха, ты тут никого подозрительного не видел? Видел? Этого здоровенного такого, мохнатого, зубастого. Сидит, главное, на скамейке и трескает чего-то. Вот. Так, ага, 4 фрагмента скелета пернатого. Тут у него лежанка была. Нет. То есть сиделка. Что ты? Стоянка. Пока я сам его не увижу и не сфотографирую, ни за что не поверю. Ой, видеокамера. Будет Генке кино. Роска, давай твою шубу. Еще чего? А ради Гены. Стой! Не бойся! Стой! Ты мой весомый вклад в науку! Это ты? Все, поеду в Гималаи. Фух, стащил. Пусть лучше проспит, чем в Гималаях пропадет. Я проспал! Все пропало! Кто это сделал? Гена! Институт организмов и клеток прислал ответ. Ты обнаружил клетку снежного человека. И из нее можно воссоздать живой организм. И никуда не надо ехать. Здесь и вырастешь своего снежного человека. Ура! Ура! Все-таки я сделал весомый вклад в науку. Бум-бум, шакатака. Роза, а пошли в кино? Нет, лучше так. Роза, может, в кино? Роза, а пойдем сегодня в кино? Или Роза? Вот это да! Ага, минуточку. Привет, Тимоха. Дружок дома, проходи. Ага, слушай. Да ты что? Привет. Привет, Тимоха. Дружок, вот, например, у меня есть друг. И мне, то есть ему, ну, этому другу, нравится одна девочка. Она не обращает на моего друга никакого внимания. Ну вот что ему делать? Тимоха, а твой друг случайно не в кепке ходит? Ну, в кепке. А его случайно не Тимоха зовут? Передай своему другу, девчонкам нравятся крутые и модные парни. А сегодня в моде рэп. Стань крутым МС! Девчонки все твои! Йо! О? Ой, да ты что? А он что? А ты? Вот это да! Я парень крутой, модный такой. Зовут Тимоха, накачан неплохо. Девчонки за мной бегут толпой. Ты слушай, я слушаю. Да. Не может быть! Йо, сестричка, как дела? А у меня как сажа бела. Я не унываю никогда. С Тимохи все как с гуся вода. Ха. Можно потише, а? Даже по телефону спокойно поговорить не могу. Йоу! Ой. Тимоха, все будет нормально. Ну не любит она рэп. Кто ж знал-то? О, сейчас выясним, чем увлекается моя сестренка. Тимоха, все в твоих руках! Ха-ха-ха!
Не знаю, кто, но выглядит странно. Ага, слушай, да ну. Ты наполняешь мою жизнь, ангел мой. Я буду петь тебе вечно, будь со мной. Тимоха, ну ты красавец! Будь я Роской, не устоял бы! Ну что, порядок? Не уверен. А знаешь что? Она постоянно мексиканские сериалы смотрит. Не оторвать! Может, ей мексиканцы нравятся, а? О, сеньорита, ля мор, ля белла. Бум-бум, шакатака. Бум-бум, шакатака. Брависсимо! Брависсимо! Это точно сработает! А он что? А ты? Ага. Вот это да! Что? Давай. Какие мне парни нравятся? Даже не знаю. Главное, чтобы не строили из себя ничего. Нравится, чтобы парень, ну, просто был самим собой. Да. Самим собой, самим собой, самим собой. Вот тебе и бум-бум с шакатакой. А, Тимоха, привет. Роза, пойдем в кино? Пойдем, конечно. Важное событие. Косинус нуля градусов. Единица. Лунная соната? Людвиг ван Бетховен. Класс инфузории? Споровые. Нет, ресничные. Время. Браво, маэстро. Немного поторопился в конце, но в целом блестяще. Нет, на этой олимпиаде ошибок быть не должно. Я должен еще подготовиться. Главный приз даю только за победу. Завтра ты его получишь, не сомневаюсь. Ты даже не представляешь, как я этого жду! Обучение в лучшей иностранной школе. Бок о бок с великими учеными умами и современной техникой. Я должен победить! Нельзя упускать такой шанс! Так держать, сын! Ну, не буду тебе мешать. Можешь его починить? Пожалуйста! Я бы помог, вот только сейчас я... Ладно, давай погляжу. Спасибо. Ура! Наверное, заразился от поезда. Почини, пожалуйста. Что это за скрепочная эпидемия? Может, их кто-то нарочно туда запихивает? Спасибо. У меня завтра важная олимпиада, между прочим. Извини, брат, нужно отточить удар правой. Ген. Малыш, давай завтра. Не обращай на нас внимания. У нас номер в школьном театре. Мы совсем не репетировали. А можно в тишине репетировать? Музыка отвлекает. Ну ты скажешь, какое же лебединое озеро без лебединого озера? В комнате мало места для тренировки. Мой кораблик тоже заболел. Хватит! Прекратите весь этот цирк! Кто кричал? Что такое? Да мы,
дурачимся. Нашли время. Так, продолжай спокойно готовиться. Будет полная тишина, обещаю. У Гены завтра важная олимпиада. Можно сказать, судьбоносная. А вы шумите, мешаете ему готовиться. Мы просто очень хотим. Хотим, чтобы Гена остался. Чтобы не уезжал. Если он плохо подготовится, то вряд ли сможет выиграть эту поездку и останется с нами. Но нельзя думать только о себе. Гена очень хочет победить и уехать. Это важный момент в его жизни. Эти важные моменты оставят нас без брата. Честно признаюсь, я тоже не хочу, чтобы он уезжал. Так просто не разрешай ему участвовать. Ага, тем более у нас в городе хватает школ для умников. Ничего не могу поделать. Это его выбор, его шанс осуществить свою мечту. Так что давайте не будем ему мешать. Вот именно. Я сам знаю, что для меня лучше. Ну как? Провалил. Это же мы! Мы виноваты! Мешали тебе готовиться! Прости нас, пожалуйста. Это ежегодная олимпиада. Следующую обязательно выиграю, а пока придется вам еще годик меня потерпеть. Геннадий Барбоскин? Да? Куда же убежал наш победитель? Вы забыли свой приз за первое место. Нашей школе нужны такие одаренные интеллектуалы. Ошиблись номером. Верное средство. И нечего так смотреть. У меня все в порядке. Просто решила шарфик надеть для красоты. У тебя же зуб болит. Да, последний, молочный. Если мама с папой узнают, сразу к врачу отправят. Вот еще. Дедушка рассказывал, если оставить на ночь зуб под подушкой, мышка за него шоколадку принесет. А если врач зуб вырвет, он его себе под подушку положит. Да не нужны мне никакие шоколадки. И к зубному я тоже не хочу. А хочешь, мы тебе сами зуб вырвем? Только зуб чур наш. А вы сможете? Конечно. Раз и все. А по-другому нельзя? Я боюсь этого. Раз и все. Я знаю способ получше. Долго мне еще так носить? Пока зуб сам не выпадет. Через пару часиков должно сработать. Что? Ой, зуб вывалился. Только вместе с Розой. Самый безопасный способ на свете. Стоит только хорошенько укусить, и зуб останется в морковке. Только смотри, не проглоти его. Я не могу больше! Какой упрямый зубик попался? Не хочет вылезать. Не хочет вылезать по-хорошему? Мы его сами достанем. Зачем такие сложности? Специально, чтобы ты не поняла, когда дернется нитка. Внимание! Сейчас вылетит зубик! Стой! Не беги! Какие еще будут идеи? Зубному хочешь? Роза, ты куда? Мы еще не все способы попробовали. Хватит с меня ваших способов! Лучше к зубному 5 раз сходить! Но мы... Она заснула. Это наш последний шанс получить шоколадку. То есть спасти бедную Розочку от зубного врача. Ага.
кажется, сработало. Зуба больше нет. Ура! Чего грустим, ребятки? Ведь улыбка — это флаг корабля. Мы Розе зуб больной вырвали и спасли ее от зубного врача. Молодцы! Так ведь радоваться надо! Нечему радоваться. Улетел наш зуб. И под подушку положить нечего. Не нужны мы теперь мышки. И шоколадку не получим. Ишь, какой хитрый зуб! А мышка-то еще хитрее. Вы под подушку заглядывали? Ура! Значит, мышка получила наш зубик? А то! От мышки еще ни один зуб не улетал. Ученик чародея. Ба, ну чего ждать? Давай уже прикрутим этот звонок. Сынок, с электричеством не шутят. В 11 закончится мамин сериал, и мы вырубим свет в квартире. Вот тогда и прикрутим. Пап, ты очень занят. Очень, доченька, очень. Папа чинит кнопку. Что-то не хочется опять в кино. Пошли лучше на танцы. Перезвони мне через 5 минут. Послушай, сестричка, когда я попросила оценить мой макияж, ты мне что сказала? Что косметика мне уже не поможет. Так что и от меня помощи больше не жди. Ген, ты мне сочинение по природоведению напишешь? Бабочки в период зимней спячки. Интересная тема, но сейчас не могу. Геночка, ну пожалуйста. Ну что за привычка отвлекать ученого от научной работы? Ну зачем вести себя как динозавр? Сам ты динозавр, а я, может, и поученее тебя буду. Да? И какие, простите, науки вы практикуете? А всякие. Например, черную и белую магию. Вот. Ух ты, какая сложная наука. Ну-ка, продемонстрируйте мне ваши способности, а я посмеюсь. Перезвони мне через 5 минут. Пожалуйста. Сейчас в нашей квартире зазвонит телефон. Это совпадение. Ах, совпадение? В 11 закончится мамин сериал, и мы вырубим свет в квартире. Свет, заклинаю тебя, пропади. Теперь понял, кто из нас динозавр? Ты, неудачный ученый, или я? Могущественный черно-белый маг. По теории вероятности, такое совпадение, да еще 2 раза подряд, 1 к 1000, к миллиону. Это невероятно! Ты изменила мою картину мира. Вот так-то. Лиза, ты научишь меня своей магии, а я тебе любое сочинение напишу. Ну так и быть, возьму тебя в ученики. Светло, темно. Светло, темно. Прошел обучение и отныне стал полноправным магом. Никогда бы не подумал, что так быстро стану магом. Да-да, поздравляю. Но теперь ты должен написать любимой сестренке сочинение про бабочек. Больше никакой науки. Ха-ха! При помощи колдовства столько всего можно сделать.
Да я же теперь горы сверну! Полет на Марс, на Венеру! Гена, сочинение! Ах да, сочинение! Так а зачем мне его писать? Я его тебе наколдую! Сочинениус написаниус! Все, готово! Спасибо, Лизонька! Ха-ха-ха! Новая жизнь! Волшебство! Ну вот, хочешь сделать что-то хорошо? Сделай это сам! Ремонт. Поздравляю! Через неделю вы будете жить в новом доме. Наконец-то! Вы все-таки отправите нас в школу для одаренных детей? Никто никуда не переезжает. Просто мы с мамой решили сделать ремонт в гостиной. А вы, чтобы не дышать пылью и краской, пока поживете недельку у тети Полли и дяди Колли. Они вас так любят. Ура! Целую неделю у любименькой тетушки и у любименького дядюшки. Всем срочно паковать чемоданы. Ну вот и хорошо. Завтра утром отправляемся. Все, попали. Вставай, ни свет, ни заря. Зарядку делай. За обедом не читай. Это что? Вот овсянка. Овсяночка. Ням-ням-ням. Надо сорвать отъезд. А давайте ключи от папиной машины спрячем. Это не наш метод. Если мы сами сделаем ремонт, то и уезжать никуда не надо. Точно! За ночь управимся! Гвоздь мне в кеды! Только Лиски ни слова. Это не я. Сначала дружок хотел ключи спрятать, чтобы к тете не ехать. А потом Гена сказал, что лучше ремонт, чем овсянка. Ремонт? К утру хотели управиться, халтурщики! Да вы тут до зимы проковыряетесь! Тут все криво, там все косо. Да я родителей сейчас разбужу. Я вас выведу на чистую воду. Сестра, ты ставишь под угрозу нашу операцию! Ты не оставляешь нам выбора. Вам со мной так просто не справиться. Я вас все равно всех разоблачу. Да она нас всех утопит. Или родителей разбудит. Ты опять не оставляешь нам выбора. Я вам покажу ремонт. Доброе утро. Ну что, собрались? Сейчас быстро завтракаем и едем. Вот это да. Это вы сами? За одну ночь? Дети, вы молодцы! Все в меня! Настоящие барбоскины! Ой,
ж говорила, что до зимы поковыяетесь.